Всем привет, с вами Санек, и сегодня я снова играю сам на сервере Advanced RPBlue. Продолжается рубрика «Помощь новичку». В сегодняшнем выпуске мы разберем, как получить свой первый заработок после того, как вы зарегистрировались на сервере. Для игроков первого уровня существует не совсем много вариантов для заработка первых денег. Самыми прибыльными из них является работа на шахте, заводе и городском складе. И в этом выпуске я разберу первый вариант. Это работа на шахте. Чтобы добраться до пункта назначения, вы должны сесть на автобус с маршрутом ЖД вокзал ЛС «Шахта». После прибытия вы можете прочитать дополнительную информацию для новичков. Она находится вот здесь. Для этого, чтобы прочитать дополнительную информацию, встаем на этот маркер. Чтобы устроиться на работу, вы должны встать на этот маркер и, собственно, начать работу. Вы хотите устроиться на работу шахтера, задает нам система вопрос. Вы нажимаете «Да» и получаете форму. Как вы видите в чате, вы начали работу шахтера. Ищите месторождение железной руды на территории шахты. Добыть сырье относите в кузницу для переплавки. На шахте существует два способа добычи. Это подземный, он находится вот здесь. И наземный. В этом выпуске мы разберем наземный способ добычи сырья. Также вы можете прикупить дополнительную оснастку продавцов в этих будках. Это дает вам дополнительную прибыль. Дальше идем добывать сырье. Находим к этому месту. Вот появляется красный маркер и начинает проигрываться анимация копания руды. Проходит несколько секунд. И после этого у нас получается вот такая штучка в руках. И мы идем дальше в ангар для хранения сырья. Общая сумма килограммов добытого сырья умножается на 3 и выходит ваш заработок, который вы можете получить, завершив рабочий день. Для этого также встаем на маркер, с которого мы начинали работу. Итак, мы уже доходим. Вот я принес 34 килограмма руды. Сейчас мы идем на маркер, где мы начинали работу. Если вы сейчас умножите на 3, выведется моя сумма заработка. Так, мы подбегаем, завершаем рабочий день, и мы в итоге заработали 102 доллара. Используя дополнительную оснастку, мы можем заработать также до 200 долларов, то есть еще больше. Чем больше руды вы накопали, тем больше будет дополнительный заработок. Ну что, на этом очередной выпуск подошел к концу. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Санек, всем удачи и до новых встреч!